Также среди городов-героев и городов воинской славы нашей страны россияне планируют поехать в День Победы в Санкт-Петербург, Севастополь, Москву и Феодосию. В Анапу туристы бронируют поездки в первой декаде мая в среднем на 11 ночей и тратят на проживание 1200 рублей в сутки. Рейтинг предоставил российский сервис Travel.ru по результатам анализа брони отелей и апартаментов с 8 по 10 мая этого года.